Девушка по имени Светлана бесцельно бродила по разным интернет-ресурсам и случайно наткнулась на видеоролик, который произвел на нее сильное впечатление. Автор видео показывал собаку породы Чао-Чао, крепко привязанную в подъезде одной из городских многоэтажек. Рядом с псом кто-то оставил сумку, в которой были различные миски для корма. Сам Чао-Чао разочарованно опустил морду, будто понимая, что хозяева предали его. Впоследствии выяснилось также, что животное не могло видеть и слышать. Никто не знал, при каких обстоятельствах собака здесь появилась. Но, к счастью, нашлись сердобольные люди, которые не остались равнодушными к бедняге и позвали на помощь волонтеров. Сначала пес у них находился на передержке, затем в клинике ему сделали операцию, чтобы восстановить зрение и слух. Теперь волонтерам предстояло найти нового любящего и заботливого хозяина для Чао-Чао. Это было непростой задачей, так как он был особенным. Когда Света узнала историю незрячего и неслышащего пса, она сразу поняла, что должна забрать его к себе домой. Нового члена семьи девушка назвала Максом. По словам Светланы, это самое робкое и ласковое создание, которое она когда-либо видела. В первые дни Максу было тяжело, и он испытывал стресс. Но совсем скоро пес привык к атмосфере добра и любви. Он начал отвечать взаимностью на ласку хозяйки и проявлять свой добродушный характер. Врачам удалось частично восстановить слух Чао-Чао, но он, к сожалению, остался слепым. В новом доме он чувствовал себя прекрасно и снова начал доверять людям. Теперь Макс здоровый и красивый пес. Света безмерно рада, что однажды увидела видео волонтера. Маленькая случайность осчастливила девушку и собаку. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.